Don't gloat. About what? Well, you're gonna gloat when I tell you this. No, I won't. I won't gloat, I promise. What is it? Well, you know that student position we had to fill in? Yeah. Well, our first choice, Mrs. Gillespie, turned us down. She decided to go to Harvard. You see, you're gloating. No, I'm not. I'm not gloating. No, I'm not. Where? Where's the, show me a gloat. Where's the gloat here? Mm-hmm. Oh, excuse me a minute, will you? Есть Sport Ready игра. Типа, мне дают стан, я под станом убиваю чела, и он возвращается, ресается, и под этим же станом меня до сих пор, который не прошел, убивает. Смешно просто. Ну так, чуть-чуть. Народ девайс. Минус три. Спасибо, Артур. Такое. Не самое. Конечно, топ по фрагам, но не самый лучший раунд мой. Да ладно, спасибо за сапку. С другой части. Я видел клип недавно, где чел играет в Warzone, его, короче, газ дамажит, когда он не в газу. То есть он просто бегает в кап полю. И. Вот тупо дамажит. Big announcement. Время драфта. Ого. Не знаю, на ФСОВ я, наверное, не попадаю, потому что у меня нет инвайта на ФСОВ. Может, конечно, в Last дни придет. Осталось 4 дня. Немножко соло разыграюсь, пойду в двойку играть, наверное. Не, там челов с нулем онлайн, а с Европы уже за месяц заинвайтили. Типа, если придет, то числа 14-15, может быть, это не факт. Ну, СНГ тоже кого-то заинвайтили, но такое. Нет, не играл. Тиммейт уехал.
Сейчас в кастинге вряд ли буду играть, только если меня будет кто-то на подсос звать. Чисто сам я, ну, СКП. Из нашей тройки один уехал на море отдыхать, чилить тупо, чилибонить, отдыхать. Здесь-ка ничего. Ничего ты не купишь. Копи еще десятку, Стомана заказывай, Focusrite и Beyerdynamics. Все. Здорово, Иван Бабан. Вернулся еще на старую мышку, я не знаю, зачем их меняю, но возвращаюсь к старой. Я еще... Ну, я такой, ладно, хуй с ним. Остаюсь на ней. Я давно хотел белую. Зашел на Авито, а там чел бушную продает. Заможенную. Ну, да, моддинг. По описанию хороший. Я такой, ну ладно, что нет. Может, по ней не водили, ну, или водили хуями, на ней очень много. Будем заказать. Дробик. Смысл? Причем? Не понял вопроса. Датчик, конечно, ебанчиться. Ой, я не то взял. Ладно, похуй. Так, поиграю. Втором лодауте еще поменяю. На М-ку. Нуля датчик визуальный. Понимаю. Понимаю. Бррр. Мяу. Все, что хочу сказать по этому поводу. Ну да, просто сперлайт. Пранкеры ебаные. И так она есть, так нету. Well done. I'll drive. Let's go.
геймпаде забил. У меня тиммейты появились, я сфокусировался на том, чтобы с ними играть, на геймпаде учиться. Потому что у нас смысл. Хотя есть тиммейты, нет смысла пытаться на геймпаде учиться. Потому что ты как игрок внезапно бесполезен становишься. Скажешь, что прям полезен и так, как бы, с клава мыши, но чуть побольше, чем я с геймпадом был. Нахуй называется, улетел. Но Superlight многие ругают форму за счет того, что она как кусок мыла. Я очень хотел бы мышь одну попробовать, но 120 бачей стоит, и я что-то не знаю, это без шипа, с шипом 140, это дорого. Просто есть такая теория, что чем меньше мышь, тем лучше ее контролируешь. При этом она должна быть, как бы она должна быть мелкая, но при этом достаточно крупная, чтобы она у тебя нормально в руке лежала. Ну, сложно объяснить. Заметил сразу что. А он в кассе сидит что-то, а я его не заметил что-то. Тишку нажали, запушили. Скрывает маловато, но я пальцами держу. Как, у меня вообще хват меняется 20 раз за катку, если честно. Типа, я держу пальцами, когда сжимаю, я вдавливаю мышь в ковер и просто полностью ладонь держу. То есть, я не знаю, наверное, это не очень здорово, но посмотреть на чисто цифры того же дрочки ковака, то... Там все вроде неплохо. И вот я перешел на рокот, поиграл, подрочил колбасы, больше цифр убиваю, думаю, ебать. Ну, рокот он больше, а он чисто вот в ладонь кладется. Ну, как Тёма больше держал на него. Потом что-то заметил, я поиграл, понял, что он слишком медленный для меня, что большая мышь, даже если она легкая, она все не такая быстрая, как более мелкая мышь. Я просто это... попробовал пересесть обратно на лэштег. Что-то поиграл и еще больше цифр выбил с колбас, плюс точность выше. Нажатий суда. Фликов, не фликов, переводок. Такая странная хуйня.
entering the AO. I'll drive. Let's go. Турик с ним договорил, что, ну, все понимают, какой эмассист, что он ебет. Все понимают, что вот эти правила, которые делаются на этих профлатуриках, они делаются под геймпад, под то, чтобы челики это на геймпаде комфортно сосочки понажимали. Потому что их большинство, и всегда все делается для большинства. И сидеть, ну как-то, если ты идешь на них осознанно играть и платишь деньги за это, ну странно это гореть все-таки. Просто не играй их, лол. В чем проблема? Или этого не понимаю. Хуя, главное, зачем. Мы? Ну мы столько 20 сыграли в одном 20, топ-20, во втором топ-4 заняли. Притом могли и топ-1 даже занять в профлатурике. Достижение. Мы три катки были топ-1, и у нас две последние катки очень хуёвые получились, прям максимально хуёвые. И из-за этого мы на топ-4 скатились. Если бы мы хотя бы одну из этих каток отыграли более-менее, топ-1, топ-2, спокойно заняли. Чуть-чуть не пошло. Но мы сейчас играть турики не будем, потому что ну, тиммейт один уехал на моря. Чилить. Таких все кастинги, которые проводятся, они бесплатны, ну или почти все. Дуриков-то очень мало в Warzone стало. Warzone в целом популярность потеряла, можно сказать, потому что ну, она не меняется никак долгое время. И мало дуриков, те, которые есть, они проводятся в этих кастомках платных, с платным входом. Сейчас три вроде хоста. Итальянские кастомки есть. Вроде как фри вход. Ну, были две вариации итальянских кастомок с фри входом и с платным. Итальянские кастомки. Калитрал. И Кранкет Гейминг Геймс. Две разных этих шараги, которые костят. Там 12 фунтов вход, призовые за первое место 600 фунтов обычно, за второе там 400 или 300, за четвертое вот 120 мы лутали. По сути мы просто купили предыдущие кастомки, вход там проебали и вот этот вход, там небольшой плюс вышли, если так. В сухом расчете.
хорошо плюс получился. Не, но эти кастомки full the loop, потому что люди на них играют на похуй, потому что что для европейца там на одно рыло 200-100 фунтов. Это, ну, для стримера, который миллиарды зарабатывает наносекунду, это вообще не деньги. Поэтому они играются. Ну, по сути, это просто как дезматч с опытными челами. Ну, я это так воспринимаю. То есть это опыт, это что-то, это вот не ботов вот таких как чел фармить там в соло, в двойках, в тройках, а это зайти просто пофайтиться, ну, себе подобными, скажем так. Потому что когда турик на миллион денег, люди не играют так, как они играют эти вонючие кастомки. Я не представляю, чтобы нравился чел и сели на вертолет, просто КамАЗ чейзили на похуй, как у меня было. Типа, я сейчас того охуел. Я просто еду на КамАЗе, и за мной прибло на верте летят, чуть ли не по земле, стреляют по мне. Типа, если в этой игре был рейтинг, это бы намного все как-то приятнее было. Игралось бы намного лучше. Как рейтинга нет, ну, то есть... По сути, если был бы рейтинг, там, допустим, только в тройках, он бы считался, и все эти кастомки нахуй не нужны были бы. Рейтинга нет, то, соответственно, и все эти рофлотурики проводятся. Был бы рейтинг, по сути, вот, ну, на хайрангах было бы то же самое. Стример с Ютуба. Стример с Ютуба потом не может быть. Извиняюсь перед всеми стримерами Ютуба, кого оскорбил. Неслышно зарепортил, так сказать. Рост, SnowRunner. Был, где был. Чё? Не понял нихуя. Дело не в ММ-ассисте. Ну как, в нем тоже, но опять-таки на норм туриках нет такого количества банов. Соответственно, ты можешь играть по-другому. Не, просто я-то не про-игрок, я только на старость лет пытался вкатиться. Проблема явно не только в нем.
Типа, блядь, ну очевидно, если ты выпрыгнешь с банихопа на геймбадера, то он тебя ёбнет, потому что у него прилипнет. Очевидно, что так тогда делать не стоит. Это как бы, ну, логично. Но если ты так делаешь, тебя ебёт геймбадер, то как бы, а что не так? Убивай в крысу, убивай в спину, там, пытайся как-то переигрывать. Убивай на ранже, хэдглич. Потому что они против хэдглича ничего не могут особо делать. Проблема, собственно. Не знаю, идти драться на кулаках с медведем, потом жаловаться, блять, медведь отпиздил. Ну, а нахуй с медведем драться идешь? Че, дурак, блять? Палку-палку давай. Сейчас игроков играет софтом. Я об этом пацана говорю, что долбоебы, которые спалились на ПК, если бы они играли на консоли, на геймпаде, они бы вряд ли спалились, ну потому что... А как ты ДКш? А у меня MSIST прокнул. Чё? Это не имбот. Ну, первого я вил, второго случайно. Просто говорю, если был бы рейтинг, в эту игру было бы намного проще играть на турниках, потому что, ну вот, что мне дает игра сейчас вот в таком лобби? Ну, КД повышает на 0-0-0-1. Это фулл боты, которых ты никогда не встретишь в нормальных условиях. Это, ну, прям реально фулл боты. Они вообще не умеют играть. Это вообще ничего не дает. Был бы рейтинг в этой игре, но можно было бы играть хотя бы с челами на хайрангах, как хотеть. Заходя просто нажимая там соло, дуо, тройки, просто играешь против ботов чаще всего. У некоторых ботов прилипнет, они тебя убьют, потому что ты просто хуйню уже делаешь. Без наказанности. Или без идейности. Жесткий-жесткий, под станчиками тремя смог убить. Жесткий-жесткий. Всю игру сел на очке. В домике станчики копил. Потом сразу три выдал. Жесткий.
Да дефолтная ка только сусад стоит. Чё такого? Вот было в нике. Не, я хотел ему сказать, как-то прокомментировать, что в мать свою дохлую постреляй, как в мой труп стреляешь. Но я ж не токсик. Зачем поддерживать токсичность других людей? Да, хорошо, что так не сделал. Сусад убирает визуальную отдачу. Можешь сказать лучше, да? Не знаю, как вообще, зачем вообще по этой игре соревнования проводятся, когда в игре есть один предмет, который на 4 или 5 секунд выключает тебе возможность двигаться, а если на клаву мыши еще и аимить, а другой предмет выключает звук твоих шагов. И тут у меня вопрос, а нахуя в это играть? Собственно. Пробуем М-ку с усатом. Напиши мне куда-нибудь эти ссылки скину. Сейчас неудобно. В Дискорде можешь тегнуть еще играю. Смысл? Я про то, что в каком-то киберспорте тут очень рано заикаться. Потому что все это выглядит как фул залупа. То, как эта игра играется. Какой финал о чем-то? Чё? Какой нахуй финал? А, это КВшный коллаж был. Забудьте про МВшный ган, их не существует. А, не, меня киберспортсмен под тремя станами убил. Кое-как. Переведутся и бланы с имтарком, но, видимо, еще лет 6-5 может быть. Тарков. Пока Тарков. Тарков. Привет, слышал про игру Escape from Tarkov? Когда будешь играть в нее? Привет. Как дела? А Тарков будет? Привет, мне недавно батарею на голову уронили. Хотел вопрос задать, а Тарков будет? Thank you.
Я думаю, условно, Дундук никогда тряпков не бросит, потому что, ну, видит тот пиздец, что у меня происходит. Такой не в пизду. Юрка, ты бетонной плитой называешь 150-килограммовую отдыхающую в Крыму, которая на тебя села, пока ты лежал, загорал. Так бывает. Стены там, блядь, не стены, вообще похуй. Так, а что мне делать? У меня... А, контракт какой-то делается. Стадик душная лока. Ладно, поехали. Челы, все. Вот, блядь, каждый раз вот, ну, одно и то же. Все. Но Тарков, успокойтесь. Угомонитесь. Завязывайте. Прекратите. Скажешь.
Да ты рофлишь, блядь. Единственный баунти на всю округу ты его спиздил. Еще и на меня прохнуло. Сквозь машинку так по прикольчику повело, чисто по прикольчику сквозь машинку чисто повел, ну чисто немножко так повел. Батя его поебал, хуем так водил. Без негатива. Спасибо, клоун, за сапку. И без родственников ноль. Ну, большинство играющих в Warzone, в принципе, да. Извините. Здорово, Кирилл. Спасибо, Кристалл, уже Хрустал. Здорово, спасибо, Сапа. Ноль денег. Тупо ноль денег. Чё за прыжки? Кого? Шо? Почему так далеко? Почему каждый... Лупы на 100 метров улетают.
Кто их расставлял? Пьяный был. Кстати. Не, Снакамыч. В принципе, да. Да, больше. Ну или такая же, но живет она дольше. Вот я писал в Дискорде, что ебучий рокот я заряжал каждую неделю стабильно, она меньше недели живет. ГПВХ при моем использовании больше недели живет. Так, ну сейчас забрать лупу. Взять бэпку, поехать кого-то поискать. Нам такое ощущение, что школе вообще пустое. Максимум из двери высрутся челики. Ро, Архангел. Да, давай, я тебя отпишу в Дискорд. Я ссылки просто кину. Я видел там сообщение. Спасибо, Картер Верт. Сапку, спасибо. Что-то вообще, походу, на верхнюю часть никто не улетел. Ладно, болтаюсь хоть. Болтался хоть. А, нет, кто-то есть. Поехали нижний закроем. Пробуем. Что-то сидят вдвоем. Обнимаются. Заскамлен получается. RTB for resupply.